дверь закрыта. Мы останемся тут. Я ничего не закрывала. Девочки, успокойтесь. Ссоры проблему не решит. Ладно, но мы еще не закончили. Да, да, это просто перерыв. Давайте искать выход. Согласна. О, тут какой-то проход вниз, типа подвала, что ли? Что еще остается делать? Где? Придется идти туда. Нас там зарежут. Не надо идти. Ладно, идемте. Да, идем. Очень страшно. Я никогда в такую ситуацию не попадала, как вы. Сумасшедший дом. Вот именно. Надо его продать. Зато бабки дадут. Вы обе с ума сошли. Не надо продавать. Здесь мы прописаны. И что? Боже, я испугалась. Там еще люк, открытый передо мной. Идемте. Тут темно, я ничего не вижу. И я. Вот фонарь. О нет, он покатился по лестнице вниз. Эх, Катя, 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 какая же ты неуклюжая рукожопка, без обид. Катя, прости, но оно так и... Вы обе против меня! Пожалуйста, Кать, не начинай нам тут! Да, там кто-то шевелится. Меня понесли вниз, помогите! Я нашла ее, идем! Что? Ура! О нет, мы опоздали? Нет, ее заколдовали, поэтому она нас не помнит. Кто вы? И зачем я здесь? Я кто, женщина или мужчина? Магия, удари ее по лицу. Я не могу. Смелее.
ударила по лицу. Даша... А! Вы хотите меня съесть? Зарезать? О, нет! Что же делать? Нет! Нет, мы тебя вылечим, промоем... Нет! Отвались от меня! Колола успокоительное. И что же делать? Ребята, подождите, я случайно нарез нажала. Пересниму опять.